Привет, мои хорошие! Вы на канале Аксель на гриле. И сегодня мы с вами приготовим вкуснейший перец, фаршированный мясом на гриле. Приступим? Для этого нам понадобится, конечно же, вот такой вот перец. Для фаршировки, для того, чтобы его заполнить, у нас есть вот такой вот говяжий фарш. Я отварила рис. Вот мы сейчас прямо в этот фарш и насыпаем 5 ложечек риса с горкой. 2, 3, 4 и 5. И этого достаточно. Что нам понадобится еще? Я очистила уже лук, у меня одна белая луковица и вторая салатная, синяя половинка. И еще я добавлю половину перца для сочности в середину. Совсем немножко, но будет сочно и вкусно, мне нравится. Что делаем? Берем лук, нарезаем его на более удобные ломтики для блендера. Помещаем. Тоже делаем салатным. Помещаем. И добавляем еще половинку болгарского перца. Закрываем. И перемалываем. Все это помещаем, добавляем наши начинки, перемешиваем. Вот такая вот консистенция у нас получается. Теперь мы все это солим. Расчет беру на то, что рис у меня подсоленный, поэтому ложечка соли. У меня здесь 500 грамм мяса. И поперчим. Где-то пол чайной ложечки перца. Все это хорошенько перемешиваем. Наша начинка уже готова. Теперь мы подготовим перцы. Для этого мы их перережем и очистим. Сейчас покажу как. Теперь берем перец, разрезаем его пополам и убираем зерна. Вторую половинку также. Ну и то же самое проделываем с каждым перчиком. Потом я промою, чтобы все зерна удалить. У меня есть прекрасный помощник, который мне помогает с углями во время того, как я готовлю. Берем лотки, ставим по центру, таким образом, и высыпаем наши угли. Теперь равномерно их распределяем, чтобы у нас был одинаковый жар везде. Теперь ставим решетку, устанавливаем. Среднюю часть мы убрали, потому что перцы у нас будут делаться на нашей прекрасной сковородке. Сейчас мы закрываем. Тем временем, пока у нас будет прогреваться гриль и нагреваться наша сковородка, мы наполняем перцы. Берем начинку, берем перец, ложечку и ложечкой наполняем наши лодочки. Вот так вот. И так делаем с каждым
Почему будем делать сковородки? Потому что не расскажу, потом покажу все. Наш гриль прогрет. Открываем и закладываем наши перцы. Выкладываем их вот таким вот образом. Смотрите, глаз алмаз. У нас получилось, что все перчики замечательно вместились. Что делаю следующим образом? Я беру сливки и заливаю наши перцы сливками. Еще у меня есть вот такие томаты в собственном соку, и я тоже их добавлю в сковородку. И у нас с вами будет нежнейший сливочно-томатный соус. Они у меня в собственном соку. Эту водичку я тоже вот так вот выливаю. И здесь у меня цельные томаты, поэтому их я сейчас возьму и перережу. Томаты перерезаю вот такими вот кусочками и добавляю их в нашу сковородку. И так как жидкости все же недостаточно, я еще всегда добавляю стакан воды. Вот такая красота у нас получается. Мы все это закрываем и готовим так при температуре 180-200 градусов 30 минут. Через 15 минут мы открываем, смотрим, достаточно ли у нас еще жидкости. Если она у нас выкипела, мы еще добавим. Закрываем и ждем. У меня есть тарелка, у меня есть ложка, а еще у меня есть вкуснейшие перцы. Смотрите, воду мы не доливали. Мы сейчас выбираем один перчик. Хочу этот. Я его забираю. И мы будем пробовать. Еще я возьму немножко водички нашего сливочного соуса. И немножко вот так вот полью. Ну что, разбираем по молекулам. Пробуем. В детстве, я думаю, все, не только я, выбрасывали перец, ели только внутренность. Я разрезаю перчик, он мягенький. Все отлично. Мясо, смотрите. Все так, как задумано, как и должно быть. Пробую все вместе, перчик, мясо. Очень вкусно, мне очень нравится. Мне нравится, что я добавила перец и в середину мяса. Очень все хорошо. Мясо сочное, перец мягенький, вкусно, отлично. Сделано на гриле. Готовьте, получайте удовольствие от вкуса данного перца. Делайте обязательно вот такой вот сливочно-томатный соус. Он очень вкусный. Смотрите, вот я сверху полила им. Очень нежно. Очень вкусно. Сливки непревзойденно здесь дают свой нужную нежность такую. Вкусно. Готовьте. А сейчас я с вами прощаюсь, но только на сегодня. Вы ставите пальчики вверх,
нажимайте лайк, нажимайте колокольчик, подписывайтесь, кто еще не подписался. Пока-пока.